дорогие рукодельницы! В преддверии праздников мы хотим показать вам мастер-класс по изготовлению открытки. А поможет нам в этом Янина. Всем здравствуйте! Я являюсь мастером по скрапбукингу с 2016 года. Хочу вам показать, как можно сделать оригинальную открытку с шейкером к Новому году, которая будет прекрасным подарком для вас и ваших друзей.
Представляем вашему вниманию книги по скраббукингу, которые есть в Центральной городской библиотеке, и надеемся, что они помогут вам при создании открытки. Одну из первых книг, которую хочется вам представить, это книга Ольги Знаменской «Винтаж». Винтаж – это стилевое направление, основанное на использовании старинных или выполненных под старину предметов, бывших в свое время в моде. Из этой книги вы узнаете все об этом стиле, зарождении, влиянии на моду и дизайн, основные техники и приемы. Научитесь изготавливать предметы в стиле винтаж самостоятельно. Книга «Скраббукинг. Оригинальные проекты для всей семьи» автора Эммы Рери – это не просто книга, это настоящее пособие по скраббукингу. Книга включает модели декоративных коробок, шкатулок, рамок для зеркал, подставок и держателей, образцы оформления фотографий – все то, что сделает интерьер вашей квартиры особым и запоминающимся. На 80 страницах этой книги вы найдете 33 подробных мастер-класса с цветными иллюстрациями. Книга Екатерины Шпульниковой «Скраббукинг. Оригинальное оформление книг и фотоальбомов» поможет превратить на первый взгляд легкое занятие в настоящее хобби. Рамки для фотографий и картин, книги и альбомы – вот лишь малый перечень того, что служит идеальной основой для украшения в данной технике, которая позволяет изготовить уникальную дизайнерскую вещь не только для себя, но и в подарок своим близким. Спрашивайте книги по скраббукингу в библиотеках города.